Вот я и пришел за вами. Сейчас тут какие пониже спилю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук можно взять. Такие неплохие пойдут на сольницы, сахарницы. Тут один большой на печенюшницу. Вот такие вот капы. Будем варить. Не стал снимать, как пилю. Не люблю видео, когда пилят. Звук бензопилы нарушает эту идиллию. Вообще, крайне редко пилю. Вот такие вот красавцы, ребята. Новая цепочка, конечно, как по маслу пилит. Упал. Ну и не зря. Можно полежать, полюбоваться. Смотрите, какой плюс, то что избушка находится на возвышенности, снега где-то полметра, а ей хоть бы что, натопталось здесь и можно ходить спокойно. Если бы избушка на земле стояла, конечно, пришлось бы чистить, а так можно из филони, так сказать. Здравствуй, избушка. Сейчас чайничек согреется, поставлю вариться кап и буду вырезать чашу. У меня с собой там есть инструменты и кап. Которая в прошлых роликах кап высох, если я его сварил, он подсох, две недели сушился. Вот такой вот насадкой делаю чашу болгаркой. Здесь выбираю внутри. Вот такая вот прекрасная структура получается у него, красивая, естественной природой созданная. В то время, когда космические корабли бороздят просторы нашей вселенной, Никитос садится пить чай с сосисками.
Наконец-то потеплело. Сегодня ноль на улице. Так, хорошо покушали. Можно хорошенечко и поработать. Конечно, заготовочку бы зажать в чем-то. Но зажать не в чем. Так что ладно, так буду пилять. Все, ребята, черновая работа проделана. Вот такая вот чаша получается, конфетница. Такая вот красота получается, ребята. Стоит ли собирать капы? Я думаю, стоит. Да. Но это не капы, это сувель. Капы варятся. И то другое. Все красиво. Все, что природой создано. Так, ребята, сейчас надо ошкурить внутри. Ошкурю вот такой вот щеткой абразивной. Вполне неплохо справляется. Конечно, она не дешевая. Какая сегодня погода чудесная, распогодилась. Прям наслаждаюсь. Болгарка, конечно, это вещь. Уже 100 раз не пожалел, что я купил. Конечно, она дорогущая. Покупал сразу, чтобы наверняка, сколько она металла мне уже перерезал. Металлокопом летом занимаюсь, режу. Сколько деревяшек я ей стругал. Если бы я вручную вот эту чашу делал, выгребал вот это все вручную, шкурил, она бы, конечно, золотых денег бы стоило огромных. Невыгодно бы, никто ее не купил за эти деньги. Сувели, капы, они по структуре очень твердые такие. Трудно их резать. А болгаркой все быстро делается. И получится цена адекватная, чтобы можно было не загибать. Надо еще донышко сейчас будет топором сделаю. Потом маслицем покроем. Да, тут не скажешь, что не пыльная работенка. Кстати, из маленьких капов можно делать куксы. Только как-то надо, не знаю, из них выбирать. Из маленьких сувелей капов выбираю бормашины. Но не очень-то это быстро тоже получается. Из больших-то удобно, болгарка, она быстро. Надо посмотреть насадочки какие-нибудь. Шарошки круглые. И можно будет так-то неплохие куксы тоже. Надежные. На века. Она как это.
как металл крепкий. Какая все-таки лепота летом. Надоела эта зима. На улице ничем не позанимаешься. Вот там дровишек напилил, наколол и быстрее землянку и избушку. Летом можно сидеть, наслаждаться. Покрываю льняным маслом. Такая вот красота. Сейчас прорисуется весь рисунок. И будет защита от влаги. Сейчас надо будет приготовить. Картошечки пожарим на вечер. Кап у нас сварился. Опа. Потом очищу его. Ладно, обновим сковородочку. Новую. По инструкции. Сперва воды. Водичкой сперва скипятить надо. Потом будем жарить картошечку. Чайку выпить крепенького. Тепло, светло. Но минус то, что сон клонит в такую погоду. Когда тепло, на морозе бодрее себя чувствуешь. А тут солнышко пригрело, расквасился весь. Сейчас в последнее время так и есть, на улицу уходишь. Ну, я имею в виду улицу. И сон клонит. Сейчас пока организм привыкнет.
скоро грибочки пойдут. Так будем в лесочке проживать. Пошел свеженьких с грядочки набрал. Ну, у нас грядка, это лес будет. И сразу же с картошечкой их. Это лепота. Никакие магазинские шампиньоны не сравнятся. Вообще шампиньоны за грибы не считаю. Это так, пародия. Запах только один. Ну все, сейчас такими темпами, думаю, через недельку-две уже должен снег сойти. И будем начинать лагерь строить. Перед тем, как избу построить, обустроим лагерь, столик, там скамейку все сделаем. Палаточку там поставлю, чтобы первое время там можно было в палатке ночевать. Место уже подобрал. От города оно 25 километров. Там будет только природа. Тишина, покой. Наедине с природой будем. Да, высохло. Ну, вот с этой стороны еще не очень высохло. Еще полежит. Вот такая вот конфетница, печенюшница. Ребята, получилось. Ну не красота ли? В закрепленном комментарии ссылочка на Озон будет, если кому-то понравилось для заказа. Сейчас вот такую вот фотографию сделаем. Спасибо этому дому. Не, ну интересная изба получилась. В задумках было что-то подобное, но не думал, что получится так вот интересно, как в сказке. Насчет новой избы тоже есть кое-какие задумки. Здоровенную я не буду строить. Строю где-нибудь 2 на 2 или 3 на 3. 3 на 3, наверное, скорее всего. Не вижу смысла здоровенную избу в лесу строить. Нагревать ее. Зимой придешь, хрен дождешься, пока она нагреется. Да и что-то мне там, танцевать, что ли, в ней? Такую, средненькую сделать. Посмотрим. Спасибо, избушка приютила. Всем счастья, здоровья. До новых встреч. Скоро увидимся. Все, пока, ребята.